самоомоложение возникает. А, я тормоз, ёптельмёпти. Хит продаж в Японии написано. Расскажи. Ну ты вырежи только. Ладно? Нет, я всех расскажу. Какие-то тут таблетки. Ой, мама. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И как в старые добрые времена, я попробую снимать на микрофон. Как видите, у меня здесь петличка. У меня давно я покупала микрофон, когда еще на iPhone снимала. Просто в этом помещении хорошая такая слышимость, ну, как бы это офис все-таки, да, дорога рядом, и, в общем, я сама вижу, что звук не такой, как дома, да, хочется больше какой-то тишины вокруг. И попробую сейчас снимать на наш iPhone, на диктофон отдельно. То есть у меня отдельно будет звук сюда идти, отдельно сюда. Я посмотрю, где лучше, надеюсь, что на микрофон будет хорошо. Сделаем эту стыковочку. Что сегодня за видео будет у нас? Beauty Box. Я тут занята делами, бегаю, что-то делаю. А Кристина, она с нами тут в гостях. Ну давай же, что же в твоей коробочке, так интересно. Тоже она такая девочка-девочка, которая любит эти все коробочки. В общем, вот такая коробочка сегодня у нас пришла. Давайте мы ее вместе с вами сейчас откроем. Я абсолютно не смотрю. Кстати, заглядываешь в коробочки до того, как снимать видео? Заглядываешь, тоже любишь сюрприз? Ну, я потому что не умею играть на камеру, поэтому не так говорят, что это мне, естественно, а то еще и заглядывают. Кристина говорит, что она не умеет играть на камеру, поэтому... Все эмоции должны быть в прямом эфире. Все эмоции должны быть в прямом эфире, реальные. Поэтому, если вы увидите, что что-то она плохо играет, знаете, она посмотрела, что в коробочке. Никогда не смотрела. Звук, кстати, Кристина, у меня записывается сюда, поэтому, когда ты там говоришь, тихонько не слышно. Никогда не смотрела, что в коробочке. Да я уже сказала. Я же уже повторила твои слова. Так, открываем. Также я очень люблю из этих коробочек. Я все время что-нибудь вытаскиваю вам на конкурс собираю. У меня уже очень много продуктов разных насобиралось, что я думаю, что скоро я уже проведу снова для вас конкурс. Я помню, что конкурс с бьюти-коробочками вам очень понравился. И я хочу еще раз повторить его. Так, открываем. Ух ты, новая коробочка! Новая коробочка! Смотрите, она какая-то полосатая! Я обожаю, как упакованы подарки. Мне, честно, не столько важно, какой подарок внутри, мне важно, как он преподнесен. И я очень, когда девочки мне присылают какие-то посылочки, там какая-то коробочка, в коробочке пакетик, а там что-то написано, там что-то там наложи. Я это очень ценю и прям вот, да. Сама бы так делала, но времени нету. Я отправляю так кратенько свои подарки. Итак, на другой стороне всегда что-то написано или на главное. Читаем. Любовь в сердце, весна на душе, и на улице улыбка. Ой, любовь в сердце, весна на душе, и на улице. Улыбка на лице и в глазах. А что еще нужно для счастья? Как-то я не так прочитала. Любовь в сердце, весна на душе и на улице. Улыбка на лице и в глазах. А что еще нужно для счастья? Вот так лучше, да? Более понятно. Итак, открываем, давайте вместе. Так, первое, что мы видим, это такая вот брошюрочка, да, листовочка, где написано, что почем у нас, да, и что делает. Дальше. Все, у нас пошли продукты уже. Так, пошли продукты. Первое. Паровая маска для глаз. Вы это видели когда-нибудь? Паровая маска для глаз. Инновационный способ снятия усталости глаз. Вот это да. Вот это что-то новенькое. Мне сразу хочется открыть, прежде чем читать, что и как. Ну, сейчас. Паровая маска для глаз. Слушай, это для меня. У меня в последнее время краснеют глаза. Кристина, выхожу на кухню, Кристина говорит, что это такие красные глаза. У меня редко, честно говоря, красные глаза, но я увидела реально. Старый анекдот помнишь про мышку, которая выглядывала из кустов? Нет. Большие глаза. Расскажи. Ну ты вырежи только. Вот. Нет, я всех расскажу. Когда волк или кто-то... Подожди. Когда волк или кто-то там проходит мимо кустов, там два глаза больших, мышка, ты чего, что-то там делаешь, она... Нет, я какаю. И что дальше? Это старый анекдот смешной. Дальше смеяться. Все. Ясно. Весело.
смеется только Кристина. То есть у меня глаза нет компьютера, да? Я что-то там делала у компьютера, да? Дулась у компьютера. А сейчас ты куда? В туалет, да? Так, все написано здесь не по-русски. Кстати, в нашей брошюрке написано что-то о ней. Нет, не написано. Это, видимо, дополнительные какие-то подарки. Мягкий пар, температура 40 градусов. Расслабляют, успокаивают за 10 минут. Что значит здесь у нас? Без аромата, не для продажи. То есть это, видимо, действительно такая хит продаж в Японии написано. Специально для пробы, да? Так, а ну-ка, способ применения. В те дни, когда ваши глаза особенно напряжены, комфортное нагревание поможет расслабить и снять напряжение, накопившееся в течение дня. Всего 10 минут. Ваши глаза снова светят. Мне кажется, это такая приятная процедура. Каждая маска нежно обволакивает теплом, паром области вокруг глаз. Я думаю, что это продается какой-то большой упаковкой. Тут написано, девочки, вскройте индивидуальную упаковку, и маска начнет нагреваться. Сама. Перед сном, в поезде или в самолете, впервые на работе. Короче, это какая-то инновационная тема. Маска начнет нагреваться. Может быть, я ее попробую вообще в отдельном видео мы сделаем. Что? Я тормоз, ёптермёрки. Вот здесь вся инструкция на русском. Подробно. Маска начнет нагреваться при вскрытии упаковки. Следует начать использовать сразу после вскрытия. Согревающий эффект сохраняется в течение 10 минут. Класс. Да, мы ее попробуем, наверное, отдельно. Прикол. Дальше. Мне нравится какая-то коробочка красивая. Смотрите, какая коробочка красивая. Вот она похожа на какую-то такую, знаете, недешевую косметику, если честно. Это тени для век Иллюзор. Тени для век Сатин. Сияющие тени с нежной и гладкой текстурой, ровно ложатся. Ну, в общем, все самое прекрасное. Как пользоваться, неважно. 1080 рублей они стоят, да? Недешевые тени. Давайте посмотрим, что там за тени у нас. Они идут в подушечке. Ну, бля, понятно, что 1000, да, стоят. Красиво очень все оформлено. Подушечка оформила. Оформила компания. Такие они, бля, вообще классные. Какие-то вот прям железные как будто упаковки. Номер 3130, made in EU. Тут прям железный такой открыватель. Давайте попробуем открыть их. У меня вечно проблемы с открыванием. Ой, какие красивые. Синие. Ой, ну я с пленкой показываю вам, я такая. Смотрите. Классные, да? Нравится вам? Блин, вот я синими не пользуюсь, и так хочется прям пальцем мазнуть, проверить. Ну, вдруг я просто захочу кому-нибудь их отправить, блин, на подарок. Крис, что если я мазну что-то? Ну, я хочу показать. Девочки, прям хочу показать. Они мерцают. Я просто хочу в коробочку бьюти положить. Но я не покажу вам, короче. Они очень красиво мерцают. Синий цвет, а сверху мерцалки такие классные идут. Зеркальце такое классное. Может быть, я в коробочку для красоты положу кому-нибудь. Такие тени дорогие. Да? Там будет мой отпечаток. Нет, там не будет моего отпечатка. Я его, в общем-то... А, и еще в этом мешочке кисточка. Кисточка вот такая вот, кругленькая. Хорошая кисточка. Бафиком каким-то. Не бафиком, а таким, ну да, как бафиком сделано. Да, видите, уже пошли сюрпризы в коробку красоты. Так что ждите конкурса. Дальше, что я вижу, что привлекает мое внимание. Это тоник серум Eye Care. Вот с другой стороны написано. Кто-то к нам идет. Привет. Принесли мне за свет уже квитанцию в моем офисе. Итак, да, у нас с другой стороны тонизирующая сыворотка для кожи вокруг глаз. Устраняет следы усталости. Органический экстракт Гинко Билбо, комплекс Shine On. Вот так вот выглядит. Давайте по русскую сторону вам покажу. Мы же все-таки в России, да? Вот. Другая сторона не русская. То же самое написано.
Так, тут у нас запечатано. Ага, нет, вот открыто тут. Давайте посмотрим, как выглядит. А, кстати, здесь можно про него прочитать. Стоит он 390 рублей. Как использовать? Нанести на очищенную кожу вокруг глаз с легкими массажными движениями. Сыворотка подходит для ежедневного применения. Что она делает? Легкая сыворотка обладает тающей текстурой, увлажняет кожу вокруг глаз, повышает ее эластичность, сокращает морщины. Сыворотка оказывает осветляющее и омолаживающее действие, активизирует процессы самоомоложения в клетках, является самостоятельным продуктом, не требует нанесения крема. Вы можете только представить? А самоомоложение возникает. Ой, она такая вот молочная прям. Сейчас я сделаю. Вот, смотрите, текстура такая молочная. Давайте немножко нанесу, чтобы мы понимали, что, да? Похоже очень на крем, но только чуть более легкий такой крем. Давайте мы... Запах приятный. Вот, видите? Вот, видите, крем? Да, легкий-легкий крем-флюид как будто. Аромат приятный. Ой, так хочется все себе оставить, на самом деле, жадная такая. Ну, посмотрим, посмотрим. До 2020 срок годности. Посмотрим. Может быть, что-то... Да, не знаю, короче, не знаю. У меня просто много всего, я посмотрю. Если у меня заканчивается мой подглазки крем, то я его оставлю себе. Если у меня еще много, то я его в коробочку бьюти положу. Так, дальше вижу такие вот продукты небольшие такие. Смотрите, Ева Мозаик опять у меня. Это у нас Eyebrow. Это восковой карандаш для бровей оттеночный. Пыльно-коричневый. Слушай, пыльно-коричневый классный цвет. У меня тогда тоже был пыльно-коричневый. Но иногда подкрашивают или укладывают. Ой, ты обжаловался. Да, мамуль. Так, значит, Ева Мозаик, это останется. У нас у меня татуаж бровей, я вообще ничего с ним не делаю лишний раз. Но у кого нет татуажа, очень классно укладывать бровки. И вот Ева Мозаик в этом в помощь. Это будет у нас... Видите коробочку. Дальше, дальше, дальше. Что вот это у нас такое? Это у нас... А, кстати, вот такой гель, карандаш. У меня здесь нет цены. Гель-фиксатор для бровей, темный шоколад. Ну, это тоже что-то наподобие, только более жиденький такой. И тоже он пойдет у меня в бьюти-коробочку. Ну-ка. Гель-фиксатор для бровей стоит 488 рублей. Видите, как я вас люблю, какие вот все-таки продукты, не дешевые тут. Обеспечивает комплексный эффект, придает бровям более насыщенный оттенок, удерживает форму бровей в течение дня, быстро высыхает после нанесения. Ну, то есть мы укладываем бровки, то есть он держит форму и с оттенком. Вот такой коричневенький тут. Только он весь запечатанный, то я не буду открывать вот этот весь стик. Называется это Secret Key. А, Secret Key, это же моя, у меня же большинство уходовой косметики от Secret Key. Дальше, черный карандаш Revlon, это фломастер, уже в прошлой коробочке у меня такой был, поэтому будет вам еще карандашик. Дальше, походу, это тушь, да? Да, посмотрим. Тушь Faberlic, родной, любимый Faberlic, суперобъемная тушь для ресниц ваш Оскар, стоит 550 рублей. Так вот она выглядит. Туши у меня тоже много. У меня здесь тушь есть, и дома есть тушь. Поэтому, ну, красиво, красиво. Будет вам. Будет тоже кому-то из вас тушь. Пахнет хорошо. Не буду ее доставать, чтобы не оставлять следов. То есть она новая, никто ей не пользовался. Чтобы вы понимали. Кому-то в коробочку она попадет. Дальше, дальше. Синтетическая краска хна в капсулах для бровей. Краска. Хна. Смотрите, ничего себе. Какие-то тут таблетки. Ой, мама. Палочка, чашечка и вот она, собственно, хна. Видимо, что-то тут... Ой, ой, они прилипают. Я не знаю. Но я сама себе... Да ёптель-моптель! Я сама себе...
Крис, возьми, пожалуйста. Я сама себе не буду красить, конечно же, брови хной, потому что у меня татуаж, да? И кому-то красить, я не знаю, честно говоря, но можно будет кому-то покрасить. У меня у Кристинки тоже теперь татуаж, я не знаю, честно говоря. Спасибо, золотая моя. Рыба моя. А сколько это стоит вообще, вот эта хна? Так. Нету. Здесь нету даже цены, но я думаю, не дешевая она. Смотрите, как выглядит. Вот так. И вообще, я слышала, что хной вообще надо уметь красить, потому что что-то там происходит, реакции какие-то такие непредсказуемые, что нужно уметь красить. И смотрите, что еще здесь у нас в книжечке есть. Ardell. Это влагостойкая помада для бровей. У нас сегодня это бровный день вообще, да? Помада для окрашивания и коррекции формы бровей – супер универсальный продукт. Всего один продукт, чтобы скорректировать, окрасить, зафиксировать форму бровей. Гарантированная стойка на целый день, профессиональная скошенная кисть для идеальной прорисовки и растушевки цвета, щеточка для придания формы бровям. Расчесать волосики, скорректируйте форму, зафиксируйте волоски помадкой с помощью кисти из набора. Ну, в общем, это то же самое, как многое другое, только вот, видимо, другой какой-то состав. Тоже цвет очень такой приятный, натуральный, кисточка в комплекте идет. И стоит это 850 рублей. Думаю, что это тоже кому-то достанется в бьюти-бокс. В общем, хороший пришел бьюти-боксик. Знаете почему? Потому что много что пойдет отсюда именно вам. Ну, сами понимаете, да, татуаж бровей, там все дела у меня как бы есть, а кому-то нужно. Продукты дорогие, на самом деле, хорошие, да, денег как бы стоят. Для вас ничего не жалею. Маска для глаз прикольная, будем пробовать. Вот. Ну и что, мои хорошие, тогда что, мы будем с вами прощаться, побегу дальше делать дела, а с вами попрощаюсь до следующего видео. И знаете, что хотела вам сказать? Чтобы знали. Я вас очень, очень сильно люблю.